Были ставки. Основной состав, вот первый год, когда я только начинал, получал 180 рублей, там 13 ставок. Потом какое-то количество ставок, кто под основным составом был, там по 110 рублей и по 60 рублей за дублеры там получали. Понимаешь? И получали еще 25% за победу от ставки. Говоря. Там и сборные же тоже немножечко еще, нет, олимпийская это сборная, потом нет, это чуть-чуть позже. Это да. Позже не доплачивали, а ставку я стал сборной получить. Mm-hmm. И когда она была 180, у меня 300 была уже ставка. И 25% mm-hmm. от этого уже тоже. Да. Спартак выиграл. У меня в среднем где-то около 500 рублей. Но тогда же купить ничего нельзя, ну, было. Конечно, да. Мы с черного хода заходили в магазины, чтобы куртки там... Запорожец что-то... стоил 3500.